Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобидон. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 2135, телефон 2007 года выпуска. В телефоне есть разъемный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас разъем под наушники, под зарядку. Здесь у нас музыкальный динамик, сверху ничего. Сбоку у нас для шнурка, сзади у нас надпись Nokia. Телефон не поддерживает сим-карту, так как этот телефон для HDMI-связи. Вставляем аккумулятор. Мне кажется, корпус, по-моему, китайский. Так, вставляем аккумулятор, закрываем крышку и включаем телефон. Вот, дисплейчик малюсенький такой. Вот у него полосы. А может, это и на камере будет такой. Вот, телефон запустился. People.net. Так, вот телефон запустился. Заходим в меню телефона. Первое, сообщение. Сообщение, голосовые сообщения. Второе, вызовы. Пропущенные вызовы, принятые вызовы, набранные номера. Удалить список принятых звонков. Счетчики звонков. Третье, профили. Сейчас найдем обычный. Так, первый обычный. Тишина, встреча на улице, пейджер. Настройки. Настройки звонков, настройки телефона, настройки времени и даты, настройки дисплея, настройки сигнала, расширенные настройки, настройки защиты, сеть, сетевые сервисы, восстановить заводские настройки. Галерея. Изображение, звонок. Игры. Выберите игру, настройки. Органайзер, будильник, календарь. Калькулятор, таймер, секундомер, диктофон. Загрузки. Сейчас вот бреф. Настройки, помощь. Ну и все, вот такой был краткий обзор на телефон Nokia 2135 HDMI. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока. До новых видео и обзоров.